Ну, никакой тайны вам не расскажу. У нас созданная система, мы ее совершенствуем постоянно. Она нуждается в совершенстве. Система СПРН, система раннего предупреждения ракетам нападения. То есть эта система фиксирует в глобальном масштабе, какие старты стратегических ракет из Мирового океана, с какой-то территории произведены. И когда мы убеждаемся, а это все происходит в течение нескольких секунд, убеждаемся, что атака идет на территорию России, только после этого мы даем... У кого на... Нага. Ответно. На встречу. Конечно, это катастрофа. Oh, yes. Oh, yes. Конечно. Мы не можем быть инициаторами этой катастрофы. Мы добрые. Oh, yes. Ну вот, нагадно. В этой ситуации... Oh, yes. Мужичка, ой. Ой, не дай бог. Но не, мы должны избежать этого. Александр Музычка был... Возмездие неизбежно. Он знать должен. Ну что ж, а мы... Кто к нам с мячом придет? Тот, кому мы назначим пенальти. Они не могут. Эти гады не смогут раскаяться. Нет. Суки, волки, не смогут, я сказал. Я сказал, горбатый. Не только люди, герои. Но нет. Упала, тетенька упала, и превратилась она обезьяны кусочек каменного тела. О, да, не люди, не герои, вполне не думанитаем. Томятся жаждой в южном зное земного нашего блатного бытия. Да, несут тяжелый план. А наши музыканты привлекали внимание наше, они своим существованием. Ну как они могли знать, что у нас свои роботы еще похлеще ваши? Это кто с одной ногой, криворукий, хромой? И куда он выбегал? Кому он здесь помешал? Не знаю, может, скажет кто, я не знаю. Может, вы кто напишет мне письмо, я заплачу за конверт и марку. Или да, по имейлу тогда за даром, да. Я скажу спасибочки. О да, аналог. Да, тюменского чуда. Тепло. Да. Откуда оно взялось? На просторах здешних озер. Посмотри повнимательней, может, кто-нибудь чего-нибудь. Или Дегтярев наперевес
и бабенка имеет вес. Она крупна немного, и камень хороша. Превращена была она. Смотри ты, недотрога, собирайтесь, Камазар и дракона. Иди, идиот. Это кто там за моей спиной? Без ноги хромой. Так это, Господи, так это ж он. Какой там нахер почтальон, это Господь наш. Ему 16 лет за педофилию не дашь. Нет, его можно только ядерной бомбочкой свалить на недолго, на землю раком поставить в назидание другим, уберечь от хулиганья их всех. Тогда буду я не один полин воин. Бодаться мне не с кем, нет. Все скорбят о чуде всем существом своим. В оковах жили подневольно, запутанных миров. Да, матрешка сделана была. Да, чтоб знали, падла, почему не можем мы туда? Почему нет? А может быть и да. Почему нет? Нельзя кричать, когда твое сердце козла будут вынимать его оттуда. Пандора. It's not. It is not. What? What? This guy here. I know. Black. It's a clip of car. Yeah. That he knows who. Who came after him and do? Тень от скорби вечности непроходный. Нет, не надо говорить. Летят к нам. Они летят к нам. Пусть летят. Жизнь с игрой. Мгновение эти мы не будем инициаторами. Эти мудрые слова. Первентин. Да, это да. Мы не делаем. Знайте, суша, знайте, что вы жертвы. И я. Владимир Владимирович, а я как же? Я первый? Я из этого, да. Спасибо, да. Потому что они даже... Нет, да конечно нет, Владимир Владимирович, как они смогут, козлы? Это невозможно. Какой совет? Наркотики уже в 30 лет еще больше живут. Аминь.